Десятиклассника Никиту Табанина из гимназии номер 79 сотрудники музея-заповедника «Родина Ленина» называют между собой Кулибиным, изобретателем. Он сумел перевести негативы на стекле из фондового собрания музея в цифровые копии. Тем самым зрители смогли увидеть изображенные на старых фотокадрах бытовые сцены жизни симбирской семьи Русиных, их отдых на природе, портреты жителей Симбирска. Эти работы теперь выставлены на персональной выставке нашего героя в музее Симбирской классической гимназии. Мы познакомились с Никитой Табаниным ровно год назад. Он был участником 11-х малых сетинских чтений. И когда они закончились, мы разговаривали с ним. И во время разговора он представился и представил все свои таланты. Талантов у Никиты действительно очень много. Он не только фотографирует и может проявить старые негативы, но еще и реставрирует, дарит вторую жизнь предметам. На открытии выставки он принес старый патефон, который прекрасно работает. Среди стан я всегда задержан, но всегда в трудный час ты как друг помогал огонек. Как оказалось, увлечение Никиты реставрацией и восстановлением старых предметов началось не с патефона и фотоаппарата. Вообще все началось с часов, вот, которые у меня сейчас на руке. Это прадедушкины часы, ракеты называются. И как-то мне понравилось то, что они работают без электричества. Их просто нужно завести, и все, и они работают. После этого я уже перешел на пленку. Мне понравилось тоже то, что механические фотоаппараты, то, что можно завести, и он будет фотографировать без электричества, без всего. И потом я вспомнил, что у нас есть проигрыватель для пластинок. Он был нерабочий, я его восстановил, заменил некоторые радиодетали. Патефон появился в доме благодаря старой патефонной пластинке, которая лежала среди пластинок для проигрывателя. Большое желание ее послушать подтолкнуло на покупку патефона. Вообще Никита с детства увлекается музыкой. Он играет на баяне в оркестре русских народных инструментов «Наигрыш». Для участников открытия фотовыставки мини-концерт оркестра стал приятным сюрпризом. Посетить персональную выставку Никиты Табанина в музее Симбирской классической гимназии можно до 14 июня. Кроме фотокадров конца 19 века, вы увидите фотографии памятников, зданий и видов современного Ульяновска через призму восприятия их глазами автора. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.